после школы у меня три выбора. В Россию, в Китай, в Корею. Я выбрал Россию, потому что я слышал об России. Самая большая страна в мире. Я хотел посмотреть, погулять, общаться с друзьями. Я поступил в аспирантуру через знакомого. Он мне рассказал о том, что в Тусуре хорошие условия для студентов. Преподаватели хорошие, добрые, руководители тоже добрые, поэтому выбрал Тусур именно. Я думаю, что знания, которые я получил в Тусуре, 100% полезны, как обратно. Я думаю, что в Тусуре все равны, иностранные, и русские, и астаны. Я думаю, что в Тусуре прекрасные условия для всех студентов, не только для русских и для иностранных. В Тусуре можно подойти к преподавателям, к руководителям, кандидатам. Можно в любое время, любой вопрос можно задавать, только не стесняйся. Первое время всегда трудно было, но потому что русские люди очень добрые, они всегда помогали. Например, в магазине, в автобус, троллейбус и так далее. Они всегда помогали, когда первое время. И вот это трудное время быстро проходит, и все будет хорошо. А сейчас я говорю по-русски нормально. Да, это большая проблема, потому что русский язык – это один из самых трудных языков в мире. Во-вторых, я из Вьетнама. На вьетнамском языке там нет поддержки. И прочее. На русском там все есть, и надо выучить все. Это большая проблема была. Но через какое-то время и выучили все. И можно получилось, да. И когда приехал в Россию, это зима была. Температура была минус 20. И я просто был в шоке. И да, это погода, да, достаточно холодная для иностранных, те, которые из Вьетнама, как я, либо слишком холодно. Да, здания красивые, конечно. Да, люди добрые. В Томске первый, я попробовал русское блюдо. Как я помню, это макароны с мясом или какой-то, но, скорее всего, вкусно было. Да, и погулял по городу, конечно. Томск, небольшой город, но красивый. Меня часто... достаточно часто вызваны на мероприятия, например, футбольные игры за факультет. Я был тоже на фотосессии Тусуры. Вот. И на шахматы игры. И прочее. И тут достаточно интересная студенческая жизнь. Я никогда не забуду об этом. Я думаю, что самый трудный предмет в Тусуре – это философия, потому что Тусура – это технический вуз, а философия – это достаточно трудно для всех студентов, даже иностранных. Я сдан на отлично, потому что это просто повезло бы. Да, когда выбрал два вопроса, да, достаточно легкий и хорошее задание. Думаю, что найти друзей в России, именно в Тусуре, в Томске, не трудно, можно так сказать, потому что люди тут, именно в Томске, достаточно открытые. Если ты хочешь... просто общаться, можно подойти и общаться без проблем, никто тебе не отказывает. Вот. И у меня, вокруг меня мало друзей, но они все, все хорошие, добрые. Я думаю, что вы тоже про Россию слышали через социальные сети или как-то-нибудь. Но тут в России все, может быть, по-разному. Как вы думали раньше, поэтому лучше сюда приезжайте и посмотрите своими глазами, и я думаю, что вам нравится будет. Россия хорошая страна.
Мне нравится в России. Если бы вернуть время назад, 100% я выбрал Тусур и в Россию поехать, потому что это самое интересное промежуточное время для меня в жизни. Я никогда не забуду. Ой.